Продолжаем выпуск. Более 13 тысяч студентов, обучающихся по 104 направлениям в 33 профессионально-технических училищах, 19 техникумах и 16 колледжах, находящихся в ведении Управления развития и координации профессионального образования Андижанской области, начали новый учебный год с прохождения практики на предприятиях по своей специальности. Основная цель этой инициативы, которая была организована впервые в регионе, заключается в том, чтобы молодые люди имели гарантированную работу и стали профессионалами своего дела. На сегодняшний день создаются все условия для обеспечения занятости молодых специалистов, в частности, более 33 профтехучилищ, 19 техникумов и 16 колледжей направлены на предоставление гарантированной возможности трудоустройства. Молодые люди, которые учатся в этой компании по направлению технического обслуживания автомобилей, приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки. Каждый из учеников прикрепляется к квалифицированным работникам и наращивает опыт. Проводимая работа не ограничивается обучением молодых людей и выдачей им дипломов, а важна тем, что они становятся ведущими специалистами своей профессии. В нашей фабрике шитью обучаются 110 девушек. Многие из них за короткий срок начали шить самостоятельно на современных швейных машинках. Безусловно, нас радуют эти результаты, и мы верим, что наши ученики в будущем станут хорошими специалистами. Мы начали учебный год с прохождения практики на предприятиях по своей специальности. Я, к примеру, прохожу практику на текстильной фабрике. Таким образом, я набираюсь не только опыта, но получаю и зарплату, помогаю своей семье. Новая система определенно окупается в плане подготовки молодежи к рынку труда. А это означает, что число квалифицированных кадров вырастет в разы.